Всем хорошего дня. Привет вам из Краснодара. У нас почти всю неделю льет дождь, поэтому снять то, что я хотела бы, пока не получается. Но ничего, мы обязательно туда поедем и все вам покажем. Вам сейчас хочу показать, какой у нас уже зеленый наш двор. А вот сирень, которая скоро вот-вот распустится под окном у нас. Очень прям зелено, богато. Да, очень прям отличается, конечно, от Донецка природа. Ничего не скажешь. Мы с Машей хотели, точнее, я вам хотела показать, что, какие у Маши обновки по игрушкам, по книжкам. Потому что давно не снимали. А всем интересно, поэтому сейчас мы вам все продемонстрируем. Сейчас. Так, то, что из новинок, это вот такая у нас есть теперь машина на пульте управления. Здесь три батарейки и в самом джойстике две батарейки. Ну, в общем, вперед-назад, и еще у нее поворачивают передние колеса. Ну, короче, она маневренная такая девушка. Покупала я ее в фикс-прайсе. Стоит она 300 рублей. Ну, без батарейки, естественно. Ну, батарейки я взяла сразу 10 штук. Там тоже есть солевые и вот эти алкализированные, что ли. Я не помню, как они правильно называются. Там даже на коробке, на самой, на машинке было написано, какие сюда подходят батарейки. Вот я их купила, тоже в фикс-прайсе, 79 рублей, 10 штук было. Вот если сюда идет 5 сразу, то еще на разочек. Ну, машинка пока что едет все отлично, маневренная, ничего, нареканий на нее нет. А потом из новинок у нас... Вот такая вот машинка. Еще грузовичок такой. А потом это вот то, что из последнего тоже и покупала. Ну, а так в целом то, что самое такое обожаемое, это вот овощи, фрукты деревянные. Это не отсюда. Потом еще у нас есть... Морские вот эти животные я тоже покупала в фикс-прайсе. Они 100 с чем-то там что-то стоят. А что еще? Еще у нас что-то тут в коробке, я уже забыла, что. А, ну тут собирать разные фигурки можно из них. Тоже, кстати, давно мы не доставали. Кукла у нас есть, но что-то кукла... Куклы Маши вообще не заходят. Еще классная вещь, это вот такой пластилин, тестопластилин. Ну, конечно, у нас такого в детстве не было. Он прикольный, с него можно лепить в ручках, мять просто, и ребенку очень удобно. Потому что я вспомню наш, ты брал кусок, и ты бы не смог его весь размять. Поэтому, ну, сейчас, конечно, вариаций полно, все, что хочешь, на любой вкус и цвет. Это то, что вот ей реально нравится. То, что на ее возраст, год и 8, уже нам... ей прям очень по душе. Еще любит мячики. У нас дома маленький. Потом такой резиновый. Он такой помягче, как арбузик. Что еще? А, на улице, ну, еще мы не разлюбили, я надеюсь, не разлюбим самокат. Вот это, конечно, это то, что касаемо игрушек. А теперь то, что касается книжек. Рекомендую вам обратить внимание на фикс-прайс, где есть раздел с книжками. Можете даже сначала онлайн посмотреть у них на сайте, точнее, в приложении. Вот такая книжка «Полезные сказки». Тут их немножко. Она такая тоненькая, ну, сама обложка толстая. Сказок немного, но цена 150 рублей. Вот это. Дальше. Таких очень много. Там прям целая серия про вот эту лягушку. Сказки о жабке Клавке. Я смотрела, их было штуки 3-4, но они уже, ну, разных вариаций.
Это то, что, ну, уже пооставалось, я смотрю, потому что, ну, на сайте было очень, ну, большее количество. Тоже вот это 70 или 79 рублей. Вот такая. Это то, что нам дарили, тоже про Мишку покажу вам. Ну, здесь толстый такой картон. Тоже небольшой рассказ о Северном полюсе, кто там живет. Так, это «Мир под водой», тоже с фикс-прайса. Тут про морских животных и картинки, и прям как фотографии, то есть как она вживую выглядит. Тот же самый скат, смотрите, та же морская звезда тут нарисованная. Тут как прям сфотографированная. Вот это тоже 150 рублей. «Как бабочка учила малыша хорошим поступкам». Тоже иллюстрация шикарная. С чего мы начинаем? Начинаем с того, что ребенку интересно будет полистать, посмотреть. А вот когда она уже начнет понимать буквы и слова, ей будет уже интересно и прочитать. То есть это не то, что вы купили и там полгода попользовались и все. Нет. Вот ей сейчас очень интересно, даже в садике наша воспитатель заметила, что, он говорит, ваша Маша любит книжки. Я говорю, я этому очень рада. Это то, что я покупала в «Читай город». Тут разные рассказы, сказки. Сказки, а вот тут стишки еще были. Вот. Такие коротенькие стишки, но тоже иллюстрация шикарная, конечно. Ей очень нравится. Конечно, сама она еще не сидит, это не смотрит, не читает, но все равно со мной она пальчиком показывает, я ей рассказываю, что это, кто это. Вот эту, кстати, на этой книжке «Чудеса природы» я ее заказывала онлайн. Тоже «Читай город». Она чуть дешевле вышла. Ну, могу вам заметить, ну, конечно, уже одной странички в первый день уже не стало, но ничего страшного, как бы больше книги не пострадали. Ну, такое бывает. Тут, в общем, что здесь рассказы о всем, чем можно только. Вот о дятле там, как появляется из яйца птенец, ну, вот, о животных, о снежинках. Где зимуют разные животные, тоже морские обитатели, про муравьев. Прям некоторые факты, вот мы с ней читали, даже я думаю, господи, я еще, честно, такого даже и не знала. И все сказки Пушкина, это самое первое, что мы купили в «Читай-городе». Но мне очень понравилась тоже иллюстрация. И вообще Пушкина я обожаю. И сказки его тоже я люблю. Я считаю, это должно быть у всех, независимо от возраста. Но читать это прекрасно. В общем, такой мини-гайд, короче, по нашим книгам, по нашим игрушкам. Вот я вам советую к 2 годам обязательно, чтобы у деток были, вот, к примеру, вот такие деревянные там овощи, фрукты. Даже есть большое количество разных животных таких деревянных. Вот в такой вариации. Это все я заказывала на Озоне. Это тоже, то есть не обязательно это покупать в каких-то дорогих магазинах, а это вообще, я же говорю, в фикс-прайсе, вот эти морские обитатели, но ей не очень заходят, очень прям заходят. А, вот.